А ты тоже ренегат, просто ты видишь. Вы на да я в инсте. Как армяне. Ты же в инсте ты уже альянс. А-а-а. Блять. У тебя даже, да. Даже в белый чат, если напишу, будет понятно. Угу. Да. У тебя базовый язык становится альянс, ну, всеобщий. Видно, что написал. Угу. У тебя, говорит, черный код у тебя. А, так. Кто здесь, кто не здесь, идеально похоже отошел. Говорит, поставил спорин МТШ, твой офтанк. Я подошел. Суманите, пожалуйста. Хорошо. Суманите с идеального. Да, ну понимать-то тебя ж никто языки не заставил разучить. А что вам осталось там? Ты говоришь, Фрея убили, да? Там Торим, этот Везакс, Йог и два внизу. Там прилично. Mm-hmm. Ну, это час времени на самом деле. Ну да, где-то так. Хотя на Торе мне только метки 15 минут ставить. Да, не, метки, ну, в принципе, да. А мы же реально место они закроем и все. Так он не 10 минут. Ну. А мы типа на сегодня, да, вполне возможно, что закроем. Все, пуляем. А, наглая рожа. Ты как у тебя? Чего? Типа, зачем тебе они? А-а-а. Да бля, я сижу, смотрю, короче, что-то не вижу, истерия в кого идет. Ой, танкует, да, получается? А, хрипатый. Ой, исполин первый. Дайте тотему, пожалуйста, не в одной куче, а то, блин, бежишь, и тотем уже не есть. Ну давай я вот сюда поставлю. А кто у вас в танке там? А Войт и Исполин танкуют. ДПС какие-то. Что, тренируемся, ребят, давайте. Короче, убегаем от этого, от обезьяны, переходя на шаг. Поняли, да? Спиной вперед. Да. А я его так это... И не ставлю особо. Лёд, ДПС пришёл. Спасибо ДЦшнику. Что, заебись-то там? А сейчас-то что? Забираю. Исполин. Кинь бобся, Исполин, я стаки скинулся. Так же нет у него стаков. Они весельные. Хорошо, сыграли. А, Исполин, ты забирай... вот первую забирай, Войт. Пять, четыре, три, два, один.
Отведи ее подальше, пожалуйста, чтобы мы в нее там не залетели. Так, займись. Ну да, думаю, хватит. От лужи еще. Тебе же надо будет сейчас это размораживать рельс. Все, проплевал, я иду размораживать. Кого еще там? Все? Шаман еще где-то. Шаман, сам подойди к нему. Все, плевок. Скоро еще один плевок будет. Все, иду. Иду, иду. Все мили зоны. Плевок, разошлись. Так, что там, кому из вас иннер дать? Дайте гимн и тотем лучше. Давай. Короче, идеально мой ебанул. ГГ с ним гимн даем? А, нет, именно я поставил. Гимн на хп, на хп, на хп, шп дай Ну вы чё? Не, очень хорошо разбежались. Ну почти. Кубок только пострадал. Так я отбегал. Из-под лица, из-под лица выходите. Сейчас еще лужа. Интересно, ты, конечно, через здесь рейд побил его? Лужа. Да я просто на той стороне был. И отбегал от этого ешки. А, идеальный, дай БР в клубу. Да я могу и полежать. Да ну, ты можешь еще и СПД бафить всем. Блин, откуда ты знаешь? Кто тебе рассказал? Слышь, на следующем КД уже кубов в Африке. Типа, могу полежать, я лежу. Ой, ну да, кстати. Давайте под альянсы встанем. Только, ну, не в одной куче, чтоб не всех задуло. Этого ланира фрейда нету. Так, опа. Ну-ка давайте. Сейчас ГП лутаем, пацаны. Ага, нормально. Что случилось, нихуя? Держи в курсе. Я жду, когда он так же будет, да? Я стою на стенку, смотрю. А он реально в кого-то врезался или да, в дворфов какого-то. Понятно. А у нас там много дворфов. Там чувака к той стене откинуло, а он в него прям прыгнул, начал бежать и врезаться. Так надо на один полукруг выйти. Это был паладин какой-то. Да, все виноват паладин. Не гудлайк. Это был Торин Дубощит, ребят, все нормально. Гудлайк, блядь. Только дошло, ребята, очень хорошая шутка. Вот некоторые танки понимают, да, что нужно немножко отвести, чтобы мелики могли в жопу бить. Да, я бы просто его типа повернул, знаешь. Да, можно и повернуть. Опа, ребята. Сейчас в рейд отведу метку. Смотри. А это не на мне. Чудеса просто. Сколько можно тут ударить? 43к, нормально? Добиваю его. Да, так не надо. А давай, чтобы он этот. Сейчас вот в воздухе умер, и мы не смогли лутать его.
Ну, в середине ровно. Обрыгался. Какая не упасть, смотри, какая большая жесть. Понял, он на меня бежал, я ему доту повесил, ладно. Ну, я тоже, но лапку кинул. А пахну як. Вреги и зубы, ё-моё. Вешаная обезьяна. А дом такой трофейный делает. Просто ни один трофейный, он штаны, чтобы пахнуть. Смотри, так, по консолу. Ну что, тут, кстати, в одного? Он. А, да, исполин может в одного потанчить. Бля, еще бы его вот так же легко закрывать. Согласен. Рыбку поставил. Это мне, пацаны. Это вы же ели. Че вы забегаете? А шкурить можно? Так пока угощают. Ой, ну ладно. Сейчас встану, секунду. Держите. Четыре, блядь. Там рыба что-то не вижу. Пиздуват, все. Я запустил пока что. Вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Я как заставить себя ходить в РБК? Ты легко пати собираешь и ходишь. Ну, пойдем в РБК. Ну ты прикинь, ты получаешь мод КТ 4, за нее ГП не получаешь, ты ж пиздец. Просто на хайпе. Я понимаю, но так впадлу. Час убивай времени. С нормальным пати час все РБК проносят. Нет, ну не час. Я пошел с нормальным пати. За час не проходится. Первый танк какой-то вообще непонятный. С непонятным билдом. Потом второй танк. Такой же самый, блин. И третий такой же самый. Ози, я пойду. Там длинные получается. Вот гробница маны и кузня крови, что там трэш будет жесткий. Остальные все быстрые. Расмус тоже пойдет. Да за час не пройдешь с ним РБК. Ну, это я так образно. Два часа. Вот два с половиной, как бы, ну еще ладно, с хорошим. Ну, всем там уже на крайняк. Два с половиной, да. Бля, не кайф. У меня ремонт идет, я сейчас в игре не особо сегодня. Слушай, это же каждый день их можно фармить. Да. Ты сколько, блин, там сидеть надо? Это нужно каждый день. Ну, можно. По два эти. Да не, одна секунда. По два токена же дают за нее. Да, за одну 14 в день. Ну. Так, а шаманы, давайте мы диспелим. Мне 12 дней фармить получается по ворбака. Ну, на один, на одну ты 4. А мне одна осталась просто. Пламя пошло. Спальня, заберешь мою базу с собой? Да, да. Не, потом можно еще ДЦ одеть, но, блядь. Шаманизм. Стаки. Стаки. Давай. Ой, хорошо. Ля, быстро. Так, в конце боя посмотрим самую быструю руку на Диком Западе, напишем заметку в гильдии. У кого будет больше всего рассеивания среди шаманов, да, получит, да. 500 голды. Мотивация. А почему шаманов? А, у нас магов нет. Ну да, беда. Расмус, побежал. Ой, отойдите оттуда. Там, по-моему, зеленая вода лежит. Вагон вообще. Как на улице. Что, нормально? Да, конечно, рассказывай. А, первого сразу заливаем, второго кубоп. А, не, давай. Я ему сбил каст, бейте, короче. Все. Угу. Кубопа на улице. А, черепочек МК дайте. Ози побежал, Валка прохил. Кубопа на улице, ты вступаешь в шоколадное мороженое, да? Конечно. Все, я всем сбил, давайте бейте. Что за это хрипаты? Ой, Исполин, забери на себя. По мобам закройте. Ну, тетеньку можно оставить. Она бесполезная. Я считаю, гениальный лог у вас в гильдии. Ты про Сашу Гудвика? Осуждаю. Не, он тоже охуенный, ребят. Я шутки шутками, но я бы дал такому. Блять. Что такое? Лужа? Ну понятно, блять, а на ком? Так, вот за лужу, за эту я ГП дам.
Ну, ребят, извиняйте. Заговорил? Прям совсем глупость. Прошу прощения. А на ком было? Да не знаю, посмотрю по чату потом. Информацию о смерти. Будем ездить. Пора с кого-то. Так, да, давайте. А, идеальный, подними наглую рожу. КД, Войд. КД. Хорошо, Войд, подними наглую рожу. А, Ферау, подними его в бро. Ну, в принципе, все. Больше у нас некого. Такая снип, вот куда ты побежал? Куда ты побежал? Тебя прохилить надо. Там он это, на всякий случай. Он от полипала убегает, зачем? Да-да-да, я от шамана тоже. Боится. Ой, страшная, блядь. Наглая. Наглая рожа. Ферал. Где он вообще? А, вон. Лучше вулкан спал. Я синюю джагу дал. А есть синер залить? Кубоб. Твоя работа. На порошочка. Там гимны есть еще. Ну я думаю... Да чё он? Я поставил. Дрищ. Просто и ВК веселая будет. Да, вот вообще люди просто домашние все. Справедливо стирать, ребята, не так просто. Помывам-то сыграйте, чего вы их не бьете? Добейте босса. А, ну там 7%, понял. Добейте босса. Да. Хилы мощные. Все сбито. Но только кастовать решил, да? Сразу бан, видали? Ну вот это вот я не попаду по ним зря. Боб, тебе в админа Сируса надо. Чего? Тебе в админа Сируса надо. И что там будет? Так, я только будет? Довякнул ты баном. Интересно, тут когда-нибудь ноги на хила упадут в ватные? Падали когда-то. Падали? Да, несколько раз, причем подряд. Незапамятные времена в далекой-далекой галактике. Эх. На война порды. Альянсу не нужна. Такой выговор, блядь. Демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Успокойтесь. Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается. Походу не успею я еще один замес сегодня сделать по времени. За рыбу вам поставил последнюю. Ой, знаете, что надо делать, короче, смотрите. Где-то там есть правильное. Ловушка Джокера, блядь. Вот из него рисуется. Это те рыбные пиры, на которые мы тебе какую-то хуйню с карой забирали? На продажу, да? Ну да. Так его никто не хочет жрать. До сих пор валяются. У меня сколько их там? Нужно каждую поесть, да? Еще две штучки в банке. Ну это же обычные, ёпта. Чуть не схавал. Там одна необычная. Чуть не отравился, блядь. Они еще у Кубоба месяца три в инвентаре лежали, они просроченные давно. И соблюдение условий хранения там все. Ну да, товарного соседства там. Угу. Рыба с мясом там. Локи, раздайте СС-ы. Команды, по-моему. Помогу даю СС. Вот этот вайп, кстати, не за меня был. Я раз прослушал, по-моему, не танк. На тебе было пламя, и после этого умерло все милишники. Ты как бы не прав, я отбежал, там потом еще где-то ну, секунд 15 прошло. Ну ладно, хорошо. Но это не мой косяк был. Я отбежал, нормально вынес. Нет, это там еще потом второе было. Вот второе нас и как бы вайпнуло, а первое я вынес. Да, так второе было на тебе. Нет, второй не на мне было. Надо видео смотреть. Первое на мне, да, как бы я вынес, а второй нет. Да. Надо сказать, кто убил пламенем легиона.
А чья-то смотришь, пламя Геон Расмус, после этого умирает Люзиан. Ну, там на Расмуса два раза кидало пламя Легиона. Первый раз действительно он выбежал, второй раз он всех выкинул. Вот, вот и все. Молния, собственно, да. Два раза. Ладно. Мне, короче, хапало там. А, СС пока что я не знаю, дайте мне меточки поставить. Кубов, если хочешь СС назначить или там кто-нибудь делаете. Опа, не, я, конечно, хорошо. Понимаю, но два СС не действуют нахуй вообще. Бывает, бывает. Кубов идеальному дал СС. Дрыщ дашь СС Войду. Тенка дашь по наглой роже, Кару дашь по хэппалу нашему порошочку. Хэппалу я дал. Ну и мне, все. Ну мне уже два блока дали СС. По фералу не надо. Писал, ну я не вижу, кто там что сдал, кто не сдал. Я в чат пишу, кому дал. Он написан. Короче, если есть, там по Войду дайте и по этому, по наглой роже пусть будут. По фералу не надо, ферал не умирает. Не на чат ты даешь, это надо на ткань давать. А, стоп, чтобы они сами хорошо, вставали. Хорошо, неутомимые дайте. Ну там уже все, СС-ов нету. Ну и все, да. Что вы ебались? Ладно, давайте. А, Исполин, возьми на себя квадратик с крестиком. Холи Пау на Макс Ранже, стой подальше, хиль. Аккуратненько его. Есть у тебя, Исполин, какой-нибудь есть план банка на армор? Есть, есть. Блять. Подожди, не, у меня в КП... А, в КП... Ну, давай, дай, да. Пацан, 25 голд стоило. 10 штук купил. Так, Куба, ладно, я в КП взял. А я не собирался ставить. Ой, это мне? А я могу просто эту ауру на армор еще долбануть. Здесь у хантов сейчас весь дамаг с ловушек, да, идет? Ну, у сурвов, да. Ну, с примерно 40% урона всего. Так, играем в рожку. Первый грипает хрипатый. У него забирает дуат к нам поближе. Мы стоим на деревяшечках подальше. Шаманы, давайте я вас чуть-чуть раскидаю. Айнан, в первую пати пойдешь. Вместо Сенки. Все, тотем мы на фир ставим. На клинс тоже. Герус пула, как только она нас грипнет. Ну, в принципе, остальное стандартно. По контролю дерево банит кубоб и эфиряет тоже. По локу у нас контролит дрищ, по магу у нас контролит тенка. Рока, если что. Кенроки, посиди-ка ты у нас на шамане, наверное. Так, ну все готовы, давайте ДБМ. Иди, я могу еще. 5, 4, Хрипатый, 3, ты первый. 2, 1. Хрипаешь. Нам нужен хант. Да, хант, хант к нам. Отлично. Все, первый. Один еще бабл закончится. Но мне магу, надо... магу, оку, магу, оку, печенька, ромбик, контроль поставите. Я в фире. Прожмись, Исполин. Угу. Я пока не могу. Кого? А, в оку. Давайте в оку. Ну, с ретриком сделайте что-нибудь. Чё, блядь, 4 лока не могут в 2 раза контролить, что ли? Диминишинг, наверное, там уже. Ну так, блядь, изгнание, потом фир, диминишинг спадает. Ничего не спадает. А можно мага законтролить, пожалуйста? Или... Спадает, просто когда 4 лока, это сложно. Я не могу, он уже... Не будет. Я сейчас умру. Подхилить? О, давай, мага. А, это не маг. Я умер. Маг, это печенька. Кого играем? У нас паладин, паладин умер. АБР паладина. Я сейчас встану через камень. Если есть хейнер, дайте, пожалуйста. Блять, не в креста, скрайте в мага, в печеньку, пожалуйста. Да вон он там бегает. Короче, фулл контроль, давайте. Тут луну бьют.
Да нахуй вы ее бьете-то? Тут ретрик, тут ретрик есть, строго есть в рейде. Я сейчас какой... ничего не вижу, кроме так, кого хилить. Кубоб, какую метку бьем с печенькой? Блять. Кубоб, давайте сам. Охуенно. Ребят, дайте печенька, печенька вон есть, да, по печеньке играйте. Роги вихрь даю. Угу. Можно грибнуть рогу из рейда, так, ненавязчиво, и дать оковы. Или можно не ставить всем рейдом в центре комнаты. Тоже все. Вон, печенька есть? Дал корни, короче. Отошлись оттуда, да. Бля, какая же нам пизда ВВК на чемпах? Да нет, там нормально все сделают, просто еще настой вы. Ну, там просто за каждой полетит кафешки куча, вот и все. И со второго третьего тря мы очень быстро научимся контролить. Кто следующий, кого бьем? Твоя фраза, можно сейчас сказать так, не идем в ВВК. Давай Маздину. Вон она у нас в жабе. Я думал, ты там Сову простоишь с ним? Видать, нет. Да я подхилю его. Я все, я достаю. Ретрик возомнил себя ДКшником, решил дать пизду ШП. Следующего. Вар остался еще, по-моему. Ретрик тут бегает сюда. Малинас вот этот. Малигос. Чипочек. Мас диспел. Даже ХС прожать не успел, злые. Двой остался. Угу. Че, кого развел? Да вон, развернитесь назад, квадрат. Не вихряй его пока что. Трактора завихрял. У него погоняло такой трактор. А бывает у челиков ники похожие на ники этих чемпионов. Ну, вообще угар. Очень мало кантнокиков, интераптов. Рога заебись, интераптит хилам. Ну, потому что я его посадил на шамана, а больше никто сам ничего не сделал почти. Че, кого? Трактора. Трактора? Папа, лям, папа. Синий трактор. Прикиньте, да, челик Никса сделал вот специально как на чемпах. И у него прям минута славы, как и ВК открыли, ну вообще ИК. Ну, вот, перестанут ходить, он такой, ну, все. Пора ренейм, да? Не, больше я угораю из тех типов, которые делают синяки, как, ну, перс из доты. С кем? Из доты. Какие? О, Дарик Мару, да? Я в доту не играл. Да, всякая так. Ебать, да. Кого? В кайфа? Дерево. А я вихрем ебанул. Ну это. Ну все. Ну и тоже ебанул. Кого угодно уже бить. Уже не важно. Прист он по сути тощий. Его проще запинать. Так у них одинаковое количество хп. Да? Или ты про армор? Нет, хп разные, на лям отличаются. Это то же самое, у них у всех одинаково.
Блять, кубопочки я делаю тут. Чё? Ты посмотри, у него 4200, а у этого 5300. Ну, я не, ладно, я не вижу максималку, я вижу только проценты, сколько сейчас. И вообще, тактику читал на офи, там первых хилов били, блядь. Да. Да, это как-то такое. Причем вот этого приста первым, у него все, меньше всех хп. Ну, все равно есть логика. Ну, да. Ну, считай, два хила вырежешь. В принципе, блядь, какая разница, если можно всех там троллить. Просто хила, когда вырезаешь, проще бить становится. Типа никто не захиливает. Он там захил же пиздец какой-то. Когда вырезаешь в мощных ТДшниках, никто тебе пизды не дает. Ну это да. Ну, у тебя контроль открывается, ты можешь, в принципе, человеков с костами на правильных мобов поставить, там, ТД и ТП. Что, есть логика, значит? Мне интересно, есть ли таунт в ВВК? Нет. Нет. Это хуёво. Контроль, по-моему, половину урезанный. Урезанный ещё, как мы всё ещё пиздец. Кто ещё, кроме короля лича, выиграет от подобной... Там у тебя всё идёт уже в доминишн, а... Блин, он бегает уже. У тебя ещё никто не умер. Почему это кольчужные, а не какая-нибудь? Ну, новые клинки вводят в трансмог. Ну, такое. Лучше бы они ввели, чтоб сервер не ложился. Да, согласен. Вот, кстати, да. Чем этот трансмог, блядь? Я понимаю, да? Новые расы. У которых фетиш там на красивые шмотки, я не спорю, да, это прикольно может выглядеть. Мне кажется, стабильность сложнее всего. Ну, смотри, сервер стабильно падает. Ну да, тут как еще вопрос снимается. Чего вы не шарите? Трансмуты и новые расы — это скрепы Сируса. Дайте, пожалуйста, скрепочки. Это духовно. Окей, никому не нужны ботинки? Разбойники? Не, я взял, да, не дам. Так, колитесь, как этот плащ с Пандарии, этот... плутать, который сзади вот тебя как крылышки делает. В смысле? Тебе... Ну, у Невера был. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются... На панте? Вы помните легендарку из Пандарии, плащик? Да, я помню. Так он же говорил, там какая-то... В другую сторону, побежал быстро. Тотему уберите. Бафните хп, пожалуйста, престы. Мне только хп не хватает. А, исполин в танке. Танчишь белую, Войд танчишь черную. Расмус. Бегай, собирай. Ну, как обычно в танке. Мне спекаться? Спекайся, да, давай. Ну, массакра будет. Подожди, а с кого посох три дырки падает? Силыка. Нет, так именно с какого босса? Свалик. Свалик. Из десятки. Причем с десятки, да? Донте, я это черный собираю, да? Не, белые. Если рейд с черной, ты собираешь белый. Если рейд с белой, ты собираешь черный. Противоположный цвет. И мне сейчас получается белую брать, да? Бери белую, да. Да, ты сейчас бери белую, собирай белую. Давайте все в тотемы встанем, дружненько. Давайте, ребят, поближе. Рожа, я тебя попрошу инор дать, дашь? Как я, по-моему, не буду садиться? Ну что, озвучивайте. Это неутомимый? Нет, это порошочек. Ладно. Все готовы. Давайте ДПМ. 5, 4, 3, 2, 1. Что это за задержка была такая? Все видели, да? Угу.
Что-то ты не то ловишь. Да белый лови, блять, раз. Я знаю, он ничего. Душишь, конечно. Они. Ну как во-во-во, теперь догоните. А, поменяли. Подождите, нет, сейчас стоим, меняют, сори. Сокро. Пиздец, я положил рейд. Пизда подъебал. Угу. А шаманы встать есть? Есть. А, давай, вставай. Хорошо, успели поднять. По шаманам рибах дайте. Идеальный БР Хрипатова. Что наглая рожа, подними Гелату. Поменяли цвет. Все белые. Поменяли цвет, да. Теперь ты забираешь черные у нас. Расмус. Я уже поменял цвет. Все хорошо. Переводим. О, в портале только сейчас не стойте. Тут нам поменяться можно было спокойно. А, ГГ снег, дай гимна на ману. Поставил ты там. Пробиваем. А. Распивайте. Что там по хэмке? Бейте пошли. Хорошо, стоим. Поменяли цвет. Поменяйте цвет. Не знаю с чем. Борщ. Отлично. Переводим. Дон, тут еще с белым. Господи, ну стой, не хочешь что. Поменяли все. Все белые взяли. Ну, видишь, зря тебя погнал. Дон видит будущее просто. Вчера смотреть в завтра. Да, я воду вижу только. Да, воду показывает? Выбор. Сука. Да. Выбор чего? Он по-другому называется. Супер. Вот видишь, неправильно назвал, все, он такой, до свидания. О, смотри, какая хорошая шея. Наручи хорошие. Ну, наручи, да, тоже. СВК хорошие, это хуйня. А СВК сокер? Да. Мерлинки, пацаны, ой. Мерлинки, господи, с самоцветами. Мерлинки. Это похоже, да. ФК вышел. Какой шмот с обычки? Кому он нужен? Да он все надеется, что первого босса убьют. Если нам предложить, чтобы понизить шмот именно с обычки. Типа сейчас все будут копить. Я подумаю. Ну копите, ребят. Ну, будем сидеть. Надо тратить, ребят. Приор. Нет, так если будут копить, то их убьем. Ну начнут одеваться, получается. Да там цены просто что-то пиздец.
Это что, нормальная цена? Ну, одну пуху забираешь и все, и считай, два месяца сосешь лапу. Так я бы не то, чтобы но... у льду не давал ЕП, вот это было бы классно. Да я бы давал, блядь. Так, кто в нее туда нам нужно дофармить. Я знаю, я тоже страдаю. Это фармить надо. А, этот, я, может быть, ошибаюсь, но вот я когда играл, да, ты вот когда сидишь на это замене, ты должен весь как бы рейд сидеть на это замене. То есть, если ты понадобишься, тебя как бы быстро берут. А так вот, ну, пришли... Нахуй никому не нужен. Люди это, пришли и ушли, а им не подали, это не очень правильно. Нет, никто не приходит, не уходит. Потому что, ну, да, обычно всегда кого-нибудь вызывается. И у нас, ну, есть правило, что если ты лутаешь, короче, 150 ДПшек, если ты не приходишь, ну, типа, ты сидишь на замене, а тебя на самом деле нет. А ты нужен в инст. Ну, что-то я... Все как бы к 8 пришли, а потом где-то все это рассосались. А вот и называешь всеми, если у нас 2 человека на замене максимум сидит. Кто-кто все? Ну, в рейде их как бы нету. Ну? Да. Их и не должно быть. Ой, слушай, не грузи, а, ну, пожалуйста. Ну, чё, ещё что? Каждый рейд чё-нибудь доёбываешься. Типа, ладно бы хоть по теме было бы что-то нормальное, но... Ладно, я вообще первый как бы раз сказал. Ты его перепутал с Дуатом. Да, я его с Дуатом перепутал, блин, у меня уже все сразу инкразия начинается. А кто? Ребята, двойные стандарты, получается? А кто это грузил? Кто это грузил? Расмус, Расмус. Ну, у меня как бы так было. Я просто этот, ну, я спрашиваю, мне вообще как бы, ну, смотрите сами, я со своим уставом монастырь здесь не буду. Будет тебе такое. Можно уже сходить? Мало кто приходит на замену. Ну, на замене сидит 2-3 человека максимум за рейд. Ну и вот у нас в Рундуаре было 3, из них 2 зашли, а Холи Пау типа, просто сидел недалеко. А сегодня знаете, кто на замене? Гудлик. Ага, с чего бы он тут на замене? Ну, на воскресенье идет, чё? Я слышал в Дисе голос. Не, он просто зашел, спросил, что дропнулось, и ушел. Он смотрящий, это его, да. Хуёвое задание. По всем дискордам прыгает, спрашивает, что упало бы. Не, ну а Валамир надо дофармить уже там, а палку. Надо не дофармить, а я вообще хочу продолжить его фармить, да. Ну там ничего сложного, там вечер выйдет. Ну если хочешь, продолжай. Да. Ну да, это в одного, да? Берешь 25 виртуальных машин в путь. Пиздец. Да мы вчера бы закрыли, просто поздно собрались на один час. Обида ебаная. Это сейчас СВК переодевается. Войт, на тебе трэш. На этом... На Исполин также ставлю черепочек, ты его на себя запираешь. По Озе ты на этих, ну, на сферочках. Пожалуйста, никто не трогайте больше сферки. И Войт, аккуратней со Старфоем со своим. Какой Старфоем? Я в мишке. Ой, точно. Ой, вообще, как все хорошо складывается. Да, я ему никогда его не давал. Мне сразу вспоминается Невер тут с собой, блядь. А, Бутер, ты тут, ты с нами? Неутомимое, что не хватает. Давайте, у нас на фаске еще 32 минуты. За 1.5 часа, считай, закрываем. А, кулак по валку, пожалуйста, дайте. А, есть точный, все, вижу. Да, пока может. Кстати, да, давайте, Дуат. Увидишь сверху, гребни ее под босса. Че, видео посмотрели? Да не, я так на ДКшке иногда делаю, просто танкам это сложно, а тут же много ДКшек. Угу. Я на переходке так делаю, ну эту сверху максимально к стеночке ближе. Все, ребята, иду пулять босса, сколько можно. Давайте. Какая снеп с нами-то? Готов? Звучит. Я все готов, это ТПМ. ДПМ пол ставлю, исполин первый начинает, 5 секунд, 3 секунды,
Одна. Черепочек есть. Исполин. Черепок. Все, в черепок сыграли, второго так просто клеваем. Добили моба? Нет, еще живой. А это был не вопрос? В череп сыграли. Побежали РДДшники. Это что у нас тут со сборище сферами? У нас вообще, да, что со сферами, я не знаю, что происходит. Выбежали аккуратно по кругу. Возле стеночки разбейте. Бам-бам играть не забываем. Охотник, я дам боб, стой. Уже поздно. На следующего. Вот. Дрищ, давай возле, вот на дрища давай. Угу. Чуть-чуть опоздал на секунду. Не, нормально. Угу. Хотя можно было и не давать. Не, правильно, что это. Стоим на этой уже сразу. Черепочек есть. Босса. Давайте в босса просто. Потом этих заливаем. Кливаем максимум, что есть. Убивайте мобов. Блин, убегай. Не прокнуло. Черепочек, черепочек. Расмус, по себе боб дай. Отлично. Сейчас все просто на двух секундах заходи. Да, по ДКшкам баф, репаф, дайте. Я уже дал. Все отлично, Исполин, по тебе. Я дал. Там намекаю, что коту можно и нервить. Кому-то спел шаману. А, дай идеальному. Я справлюсь, нет. Я тоже фул. Дай идеальному. Кот. Мобов под босса. Можно перевести, да? До второй. А, да,
Да, в черепочек, правильно? Весь нип. Понятно. Наглая рожа, давай, синкая, поднимай. Фирал. И отдай Инер в идеального. Все, по боссу играем. Я танков на фуле держу. Угу. Меточки хилим. Рейд просаживаем чуть-чуть. Странный лут вообще продает. Че дальше, куда идем? На Оню. Да, Оню и, ну, понесем в этот ик быстренько. Соревнования будут допущены лишь. Чего понесем ик? Ой. Ну, как там его ультуар? На Сармас не нравишься. Донт, а это по это трофей? Да, трофей, сейчас я посмотрю. Давайте сейчас осмотрим, сначала разберусь с этим. На успех. Нихуя, ты как-то ниже твой мишка. Это, наверное, форма обычного медведя. Это типа у меня лютый медведь. Это, наверное, она немножко из-за этого отличается. Нет. По-любому. Там же из-за рас отличается такой медведь. Из-за рас? Да. Я смотри, с рогами. Нихуя. Вопросы к твоей медведице. Блин, на спину сбоку посмотрите, блядь. У него жопа будет отдельная, блядь, какая-то. Сука. Ну да, она такие движения имитирует. Возвратно-поступательные, блядь. Это как кошка садится хавать, блядь, там тоже позвоночник у пизда. Ну гибкий получается. А ну похавай. В форме кошки. Что похавать? Нечего хавать. Что-нибудь, блин. Воды попей, не знаю. Сука. Вон пойду из воды, это из водоема попью. Да нет, блядь.
Че за хуйня, смоните там уже, где там? Да мы смоним. Ну тут не проводим. Выйти сидим. Опа, time to gank стоит. Буба. Я хочу, короче, пуху, чтоб на ней, короче, было 200 ловкости и 300 выносливости, и 4 дырки, короче. Ага, и 800 хосты, да? Да, и 800 РП, блядь. Чтоб агро добиралось, заебись, у Мишки. Так, из-за хосты, ну, больше будет профита. Бля, ребят, в текстуру залетел, господи. Мне кажется, РП больше профита. Нет, под хосты больше. Ой, знаю. Ну, а типа трёпка будет быстрее? Это надо считать. Ну да, трёпка будет чаще. О, ну, Этерна. Типа, друиды же это кастеры. У них же ГКД 1.5 секунды, а не 1 секунда. Как у рогов, воинов. У Мишки, короче. Скорость 2.3. Ты можешь ГКД посмотреть? ГКД? Ну, блять, 1.5, оно так и есть. А. Поэтому ну, тут у меня набирай, чтобы 1 секунда была, чтобы ты мог разобрать. Это ебать нихуя, это 1400 надо, 1200. Чтобы до 1 секунды ты шел паяный? Ну да, а сколько там надо? 800 где-то, 700. 800? А вот кого на ком? По-моему, больше надо. 500, по-моему. Ну смотри, если... Плюс чат ставим, кому нужны трофеи. Поставьте кто-нибудь портальчик, пожалуйста. Ну, этот не портальчик, этот шкаф. Просто у меня камней не так много. Ты уже 2 поставил, да? Да, ну, я же демонолог, у меня же временами тратится. Не туда, куда нужно. Подожди, Оси, раз я тебе в прошлый раз не давал? Не давал ты. Там Владину и Локу ушло, по-моему. Локу? Да, вот. Типа, если там останется, что уже совсем прям одну бы взял. Тогда я тоже. А порошочек тебе сколько надо? Слушай, ну я вообще-то 4 не собираюсь делать. У меня только один есть, но дэшка будет копиться. Если кто-то будет менять, то, ну, типа... То есть, а у тебя человек? Один сейчас есть? Один есть, да, я ОДК плю на него. А, ну тогда держи. Ой, тогда не надо, пока поп на тебе. Ну мне чисто тоже этот ботинки просто, ну эти штаны апнуть. Просто. Угу. Так, еще какому-то локу надо? Да-да-да, тенка. Вот это тенка тоже, да. Давай. Зачем мне 2Т4? Смысл от них? Там статы хорошие. А, Дуат, тебе я куда? Расмусу нужны 2 это трофея. В голову и в плечи. Так, Дуат, у тебя все 45-е. Куда ты плюсуешь? А, на танка, понял. Ну, на танка потом. Нарзик, у тебя что? Ой, там пришел. Опа. Арон, на невидимость ставить. Ну пошли, чё. Ну да. Ауру от огня поставьте и погнали. Собирайте пачечку, дайте ему это собрать их. Не вливайтесь. А не бейте его, чё. Кто там говорил, то, что на Т-400 ты хороший? Они одинаковые между Т-9. Ну просто, да, если 4-5 токен, лучше взять, наверное, Т9, чем Т9. Я 4-Т9 буду брать. Нет, я имею в виду для лока. А, я просто для хп. Чё там говорите? Хильте лучше. Думаю. Отойдите, пожалуйста, все ДДшники вот подальше. Что там за голду можно раз купить? Да. Слушай, ну, там дорогие квесты. Я же в основном светом небес тут 2 танков хилил, а остальное отхиливалось уже от символа.
А что там такое? Ну, когда я свет небес кастую, там хилится по 1500, по 2. В зоне 8 метров. Что, уже новый раз видели? Кто-то бегал? Там на форуме еще рано, мало времени прошло. Ну, мало ли. Ну, сам решаешь, которые это по 300, 200 тысяч, 400 влили в них. Ну, правильно, чтобы голду повыводить, сервера лишнюю. Угу. Она как-то фармится слишком быстро. Они просто с фанпэем договорились, блин. Опа. Ты надо, чтобы голду, короче, как ЕПГП срезали раз в полгода. Не надо. Только тебе, Кубоб. Да. Не-не-не, ребята, чё. Я не богатый, не бедный, как говорится, средний класс. Обычно такие, говорит, самые богатые являются. 20 надо, тысяч. Короче, бедным прибавлять, нахуй, 50%, а богатым вот, да, вычитать, чтобы равномерно размазывать по слою игроков, по среднему. Наоборот, надо бедных отнимать, блядь. Короче... Да, у меня тебе выра нужна. Сейчас я голды, давайте отлететь голдой, значит. Вот там. От 100 до 200к это, короче, средний. Если меньше 100, то тебе прибавляется, блядь, по КД. Все, я согласен. У бедных отнять, а богатым лимит увеличить. Кого поставьте, стоит? Пожалуйста, этот шкафчик. Тут Сумон ККСНИП, Сумон Нарзика. Прямо как красивый. Ну, в натуре процент еще драть с тех, у кого больше голды. Что, мы экономисты с вами, ребят? Да. Ну, мне кажется, такие же сидят в думе, блядь. Ебанем кого так, блядь. Да. Давай я, короче, мелких подержу, а ты этого большого держи. Дон, запусти проверку. Ой, не, ты лучше это. Вали больших. Да они неудобные большие эти. Мелкошка проще. Там 2-4. Нет, трофеи я еще не все, у меня есть еще два. Там Нарзик писал еще. Я у него пытаюсь узнать. Если что, у меня в трофее лежит. Могу. Если надо. Да, нет, смысл, у тебя по этого еще нету, по ОДшке. Куда мне тебе его давать? Донт, я бы палу взял два это на это рыбку. Мне надо кашку, давайте на ОФ. Все. Не, на ОФ пока еще рано. Вон, давай, Расмус. Думаете? Держи. О, супер, спасибо. Я на пузо, вон, на фарме возьму себе башку и плечи. А ну, штаны, как бы, ну, либо с ульды 39, либо с этого 58. Навсик, короче, ладно, без него идем, без роги. А, да, Исполин, занимай позицию. Давайте еще один арчак. Путер готов? Кто залез? Залез. Подойди его к танку, слышишь? Пусть он заберет. Танк бьет их. Да. Ну ладно. Уже тратим. Давайте, да. Упьем, потом стопнем просто и все. Да, а давай, я пацаны, бью. Кубов всех убил, да? Да. Что, давайте постоим. Сколько тут у нас есть? 30 секунд.
пусть сумон висит, мало ли. Да, конечно, ВВП. Так, 8 минут фласка, ребят. Надо бахать. 6. Да, да, да. Шаман есть в каждой бате, ребят. Вот это роскошь. Вот это не плохо. ДПН пап. ДПН пап. А, в воскресенье ни одного не будет. Один. Зато маг будет. Проблемы какие-то у нас, ребят. То магов будет, да, 5? Не, по идее один, а не два. Суза должен быть, нет. Зорт. Я буду только в нар. Топчихнул? Да. Алекс, я дыхнул. Геруш там умеете давать, нет? А исполин маленьких, ой, давай больших, все-таки. Ля, хорошо. Я тебе припомню, да? Так, откуда жопа свалилась? Ё-моё. Осуждаю. Синкай по-любому ловушку поставил, да? Колесит, ну... А вот это даже не осуждаю, я бы тоже семку закинул. Беги, малышка, беги. Отбежали. Ой, отошли все. Про Расмус, а ты фёрд. Я выжил. Корова. Да. Да, с вашим отбежали, тучку ужал. Пришлось. Так я рядом не стоял. Смотри тогда. Чего, блять? Ну понятно. Интересно, живем. Она на ходу дала, блять, эту хуйню. Давайте, ребят, но мы не успеем до нового. Хотя, поэтому... может, успеем. Фаза 3, все, успели, фаза. успели, отлично. Идите ловить. А, РТТ. Сыграйте. Хотя нет. Ладно, давайте РТТ бейте. На ГВР уже есть? Нет, нет БР. Войд, как... Угу. Как встанешь? БР не кинроки. Валк на тебе. А, нет, там нет АТМ. Под левую ногу встаньте, вот там, где кубов стоит примерно. Или Синкай. Кубов там? Да. Угу. Крылатом. Кот, давай Зиннер по неутерни. Мне кажется, что с нашей стороны тут просто тотема нет. Не, есть, есть. Ну, о, а тут а с это есть. Ну. Начнем, что мы раньше в каждом. С этой есть, а с этой нет. Кубок с ДХ танчит, все нормально. Поначивать нехорошо. Опа, а я перебежал, а, видели, да? Исполин, отойди туда подальше. Чего, куда? Просто, чтобы он... Не-не-не, нормально, нормально, просто поближе к стенке. Ну, чтоб ты так, типа, это, по большему радиусу шел от нее. Не, просто так меня не откидывает в пеньки меня. Ну ладно. Спасибо.
Где пушки, блядь? Одни головы, ну. В другом КД. Пиздец КД, конечно. Спасибо. А в Торе мы убили Вульди? Не-не-не. Слушайте, а вы хотите сейчас идти на Торе вообще? Я не хочу вообще идти. Я тоже. Давайте мы проголосуем. Типа, да, на Торе мы, нет, но... Не, потом не можно, знаешь, что сделать? Торе мы убить в обычке, остальных всех забить. Все, и пизду. О, одобряю. Вот не, это самое лучшее. Надо хэмки проходить. Ну тут никто не будет собираться отдельно демон, еще не все хуй на мду забудут. Я типа, давай Торе вам. Нет, Дота, они, кстати, правы, потому что сегодня можно будет зафармить, там потом всем будет похеру. Согласен. Не-не, в отдельный день я не хочу, я хочу там после какого-нибудь другого просто арта. Так второй раз. У нас сейчас вот полтора часа. Ладно, давайте, давайте, хорошо. Все или тем в ультуар быстренько, хотя бы на это, на чуть-чуть. Это обязательно Вульдуар? Да, Вульдуар обязательно, давайте, ребят. Какие у меня интересные... А если я не знаю Вульдуар? Узнаю. Значит, узнаешь, да. Типа Волонир охуенная пуха. Да просто карниза сейчас нету, он бы показал, как в одного хила здесь ухилиться. А чё там, ЕП за КД будет, да, Ульга? Есть кто сейчас этот, да. Бухте? Кто мне может? А кто-то уже покинул группу. Я на мага захожу. А, за принятие КД будет это даваться, да? ЕП? Наверное. Ну, если их заменить. Ну, давай, половинку дам тебе за принятие. О, мне тоже тогда, я тоже принимаю. О, я в фасте пойдет, бля, точно. Идем на мейнов. На мейнов. А можно я за твилна приму, чтобы плутать это как ЕПА, я обратно за мейна. Не, ну бля, это надо, как бы, ну, с моим пацаном.